Ежегодно на территории Украины, а также стран СНГ, 1 мая отмечается праздник «День солидарности трудящихся». И сегодня мы спросили у жителей города, как вы отметили 1 мая? Не очень плохо. Почему? Не было настроения. Да и все же такая жизнь нехорошая. А раньше как вы отмечали? Раньше было интересно, был парад, были какие-то маевки, песни какие-то, танцы, пляски, все было. А сейчас неинтересно. Прекрасно, на море. Водичка теплая, покупались, позагорали и приехали домой. Да, отличный праздник, традиционный. Конечно, сейчас жду 9 мая, чтобы подпраздновать то же самое, как и 1 мая. Отдыхал. Не то, что раньше было. При советской власти намного было лучше. Люди готовились и все отдыхали по полной, как говорится. А сейчас я не чувствую вообще праздника в этих советах. А вы можете рассказать про тогда, те советские праздники? Тогда мы собирались на работе все, ходили с флагами, все с транспарантами, кричали «Ура!» нашему правительству. Тогда можно было куда-то пожаловаться, а сейчас некуда пожаловаться даже. Сейчас пенсионер, силы уже не те. Чтобы был помоложе, конечно, было бы другое дело, а так? 1 мая. Удачно. А где были? В лесу. Вы в какое-то все время в один лес ездите или каждый раз? Нет, когда на море, когда в лес. По-разному. Куда ближе? Ну, в принципе, да. Скажите, пожалуйста, вы ходили на парад? Нет. Мы на 9 пойдем. Ну, у нас сейчас экзамены в педучилище, поэтому я готовилась. Мы не были, нигде не гуляла, я нигде не была. А на парад ходили? Нет, я на параде не была. Все это время я дома провела, учила. В поезде. Ехали сюда. А вы не местные? Нет, мы приезжие. А вообще вы отмечаете такой праздник? Да, конечно. А как вы его отмечаете? В лесу на шашлыках. Выходим на природу. Замечательно. В кругу друзей, семьи. Хорошо пошло. Где были? В лесу, на море. Везде успели. А ходили на парад? На парад нет, не были. Не попали. Скажите, пожалуйста, а 1 мая для вас традиционный праздник? В принципе, да. Мы каждый год отмечаем. Как бы в одном и том же кругу друзей и вообще у одних и тех же людей. Ой, как дома, как я могу. На маёвке была с козой. С козой на маёвку ходила. Кури пасла во дворе. Прекрасно отметила. Плакала в хате коло радио. Рассказывали все. Я плакала, плакала. И буду плакать, и плакать, и плакать. Потому что я 38-го года. Война, голод, холод, нищета, страдания. А сейчас уже жить можно, а не дают.